Бывали в Донецке на параде, всем людям задавали одни и те же вопросы, как сильно они хотят, чтобы их освободили, и возможно ли все-таки примирение, несмотря ни на что. Мы пришли отдать, как говорится, да, тем, кто сложил головы за наше настоящее. Каким же ветеранам, нашим ополченцам? Нет, он пришел живой, он получил. Мой дядя, который погиб. Мы с вами освободились. Когда мы будем праздновать День Победы, победу, сделали все, чтобы нас расстроили. У них столько ненависти к нам, просто зашкаливает. Разве можно это все прощать? Мы сочувствуем, что погибают их дети, погибают мужья, отцы. Вот. А они готовы нас всех растерзать, как на геляку повесить, как они говорят. Они не поменяли свой девиз. Ребят, прошла война с Вельминской. Закончилась. Знаете, кто же туман? Министр обороны, какой же он мастер. Майя. Они получили от своего правительства.
Я думаю, нет, они все сделали для того, чтобы не помириться. Я думаю, нет. Если они даже на этот праздник отказали своим людям, у них же свои ветераны там есть, то есть они унизили их, они просто их растоптали. Уже просто.